Всем здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Захар Всеблак. И мы сегодня играем в GTA Online. Сейчас будем прогонять других игроков, мы просто что-нибудь делать. Ну, что в голову придет. Честно, на мой взгляд, разнообразием GTA вообще сильно не горит. Она очень слабо развита игрушка. 5 лет существует на рынке онлайн режима, и как такового ничего нового тут не придумали. Тут все тупо и как-то однообразно. Ну, я был, если честно, очень разочарован, когда сел первый раз, купил эту игру и сел в нее играть. Кстати, не смотрите, что у меня кадров в секунду 33 FPS, я практически все на максимум поставил. А, у меня все на максимум, и плюс у меня не просто все на максимум, а у меня еще масштабирование стоит, поэтому мне, конечно, без масштабирования вообще играть не могу, но мне неприятно. А монитор у меня вообще всего на 1380 разрешение, и поэтому без масштабирования, ну вообще. А видеокарта 4. Ладно, куда ж ты прешь? В общем, ну он уж и не интересен. Кстати, на 30 кадров вполне можно. Если я там пару галочек уберу, у меня будет все 50-60. Немножко текстуры будут у нас смущать. Так сильно ничего не напрягает. Some electropop from Loco. The time is now. Я играю на джойстике, у меня тут стоят акселераторы. Поэтому с управлением затруднений у меня особых нет. У меня еще руль стоял. Почему-то руль где-то стоит. Почему есть? Почему-то руль GTA не хочет играть. Ну, нет, это он, как он перестает вообще какую-либо функциональность производить, когда я включаю GTA, он отключается и становится как ноги. Именно в этой игре. Сейчас графика я чуть переборщил, но сейчас я уже не могу поменять, почему, потому что игра просто выключилась. Вот я перезапустил игру. Так, сейчас надо быть уже внимательным.
ты открыл багажник, капот? Как ты это все сделал? Я тоже так хочу. Где эта секретная кнопка? Извини, чувак. Извиниться, тварь хотел. Ты чё сделал, блядь? Скотина. Нормальный чувак оказался, он изначально не начал на меня нападать сразу, а напал только после того, как, и вот второй раз, после того, как я его ударил. Но вот его нормальность начинает просто убывать куда-то. Он уже совсем вот ненормальный какой-то для меня чувак. Сейчас я буду что-то с ним делать. Тут надо что-то уже делать. Сейчас будут приняты меры. У меня тут есть пару пушечек. А вот патрончиков у меня на эту пушечку что-то немного. Ладно, что-нибудь придумаем. Вот третий раз. Скотина, я тебе кабуморок, я тебе буду мстить теперь, всегда. Я буду бежать. Алло, Ваха, алло, алло, Ваха, у меня проблемы. Выручай. Да, блядь, не тачки, ёба. Ваха удивился и думает, это тот, кто обычно вахам проблемы устраивает. Паря, ты сейчас доиграешься, блин. Надо посадиться, я свою искал машину. Хоть надо посадиться в любую больницу.
Блять, не поверишь, блядь. А, он же мою машину уничтожил, скотина. Тоже легкую мишень нашел, я играть еще не научился. Я что, блядь, снимаю, блядь, этот стрим ради того, чтобы показать, как ты меня убиваешь? Скотина. Так, тут вертолет где-то должен быть. Так, ебись ты от меня, блядь, нахуй. Скотина, а. Блять, я сколько целей все время не могу попасть, меня как кто-то сбивает. Курок, блядь. Заебало это хуйня. Он уж, блядь, стреляет нахуй, блядь, через раз попадает. Ну, через раз. Давай, 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 давай. Беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Эта скотина сейчас еще меня собьет на чем-нибудь. 100%. Давай, давай, давай. Избавился от этого, блядь, придурка. Зато я сейчас на этом транспорте можно выпустить крюк и что-нибудь поднять.
сейчас я вам это продемонстрирую. Ты отвали от меня, ты бумарек рухами, блядь. Овца ты, блядь, козлобой, наверное. Чё тебе надо? Я тебя бить не собирался, ты мразь, отвали ты от меня, скотина, нахуй. Домогательство просто. Где текст вводится? Я вам забыл сказать, у меня сегодня этот выпуск крысиные бега, и я как мышка убегаю. У меня сегодня выпуск просто. Все идет по плану. План такой, мышке надо сбежать. Дымовые зависи, завесы использовать, может, убегу так. Почти сбежал.
Как-то эта мышка меня достала. Yes, мышка сбежала. У моей мышки даже номер вон есть. 42. Непредвиденный, конечно, ребята, сценарий получился. Ну да ладно. В бусарской машине меня никто не заподозрил. Пойду сейчас спижу и продам.
What's wrong with her now?